24 августа 18 года, пятница. Я залез на голубятню. Что тут делать? Это Сергей Пупков. Утренняя гимнастика. Это наши дрова сколько. А там упражняются в разных движениях Виталий Калинников. Это я сверху фотографирую. Там вот наш сарай, видим, двойной туалет. Вон. Михаил Кальмаев тут постарался. Вот закрытые парники, как называют теперь, теплицы. А там банки заливают водой, разносят, поливают. Это наш один куб, вот он куб. Из травы, и туда все мусор толкает, и она никому не мешает, поднимается кверху, а потом оседает, а потом весной можно сажать там, и куры туда не залетают, что интересно. Ну, это наш маленький садочек здесь у Володи, это с Володиного дома. А там железная дорога, поезд выходит из-за леса. Вот он идет, поезд. По прямой это около 2 километров. И сейчас у меня руки не очень трясутся. Обычно тут. Вот какая махина тянет. Вот тут. Идет работа. В городе ничего этого нельзя сделать. Ни поезда не увидеть, ни восхода солнца. И резать деревню. Вон какие огромные щурки колотят. Гляди какие. Это вот Сергей Поприще, это поле тут. С собаками занимаются. И вот хочу показать, какой длины поезд. Это вообще вообразить невозможно. Кто хочет, вот он сейчас уже зайдет за лес, его не будет видно. Вот я сейчас по вагонам пройду. Вот это все идет состав. Состав. Коршун впереди летит. Как интересно в деревне жить. Это вообще. Вот я залез на голубятню. Сейчас отсюда. Показать. Вот это у меня мешки висят. Это тюрюки называю. 20 тюрюков, наверное. 3, 4, 5, 6. Ну да, около 20 тюрюков. Полтора мешка пшеницы в каждый входит. Это я для них столько пшеницы на зиму. А это у меня голуби тут. О, рядышком сидят, воркуют. Из гнездышек голову показывают. Вот они подряд. Это все парят. Парят. Вот она тоже, видать, в этом гнезде сидит. Раз, два, три. Это только я вижу, что три. А этот сидит там, битюк. Че он там один сидит все время? Не вылазит. То ли парит, то ли караулит. А это вот здесь. Вот они у меня. Сейчас я их вот как покажу, как я с ними обращаюсь тут. Руку вытащить надо. Вот они, как. О, это малыши тренируются утром. Сейчас тут их мало, сейчас будет больше. Сейчас я вот эту доску освобожу. Вот по доске я иду. Иду мои сапоги. И я беру здесь щеточку.
одному неудобно, щеткой начинаю с доски убирать. Тут что есть? Ну, маленько дам им сейчас пшеницы. Вот они сидят где. А они все на выходе. Сейчас я им. Да. О. Сейчас я буду кричать их, и они сюда все слетят. Гули, 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 гули. Вот я на доску, на доске насыпал пшеницы. Такой. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот один идет. Если один подошел, то все пойдут. Все. Пошли. Гули, 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 гули. Давайте скорее. Завтрак пришел к вам. Но гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот пускай городской житель увидит. Вот он лохмоножик. Идет, а на ногах-то какие у него красота. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Ну еще сидите-то, но проснулись. Вот там на улице много вылетели уже. Гули, 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 гули. Гули, 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 гули. Вот он, пестрединовый, из гнезда вылетел. Гули, 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 гули. Вот даже можно посчитать, сколько мы. Много их тут, 35 примерно. А может 40. Никто их не считает тут. Вот он ухаживает за ней. Му. Она убегает от него, он догоняет ее и песни поет. Какой он хороший. Бегай, не бегай, а поесть надо. Вот он. Она думает понапиться. На тазик, а он ее и тут уговаривает. Смотри, какой я хороший. Ой, да какой он тенор, баритон, бас, все у него. И какие песни. Но гули, гули мои, гули, гули мои, гули. Вот беляши. А там песок, глина, соль. В ящике кто-то там, но а там вверху некоторые не, так и не слезли, сидят там, что-то воркуют. Посмотри, кто не знает, как голуби ухаживают друг за другом. Пиджин, пижон-то, вот откуда слово-то пижон. Вот так. Что там они мне, братья-то? О, из-за леса солнце вышло. Ну, летали, наворачивают тоже. Раннее утро, 7 утра. С чем-то там, ну, 10-15 минут. Володя на кухне чебарничает, все готовит. Он повар главный. Вот она как. С двух сторон подгрызает это огромное. Выше, насколько выше роста человеческого. 3 яруса. Щурки. Никогда у нас столько не было. Виталий, это сколько наколол уже там, накидал. Вот. И это все. Во славу Божию. Это наш сарай.
наклонен был сюда, а то добавили, и такая получилась теперь пирамида. Вчерашний день, 23-го было, особая атака на мои ресурсы, на YouTube было. Около 150 человек пришлось заблокировать только. Это атака настоящая. Примерно 30 роликов подверглись атаке. Притом самые такие хорошие беседы. Это он царапает спину себе так, Виталий. О, не видал еще я такого. Как удобно. Кинул туда колун. Это рядом душевую попросили построить. Вот так сверху надо было вода, чтобы солнцем грелась, но не нашли. И платочки постирали. Ну давай, давай. У нас вот садок, здесь что тут? В основном это малина. Вот сейчас яблони тут растет. Яблоньки здесь, липа. Юрга. Рябина. Ну, а здесь все горох. Матушки арбузы. Это вот дальше арбузы. Не очень-то так видать, но... Благословен Господь. А там дальше большие кучи земли. Вот, это селосная яма дальше, там траншея была. Я когда-то, когда в 10 классе учился, здесь летом, осенью, ну да, летом, в этой яме там, туда лошадь, интересно, загоняли, опускали. И удолбили. Вот и Виталий начинает новую щурку разделывать. Вот по сравнению с ним, насколько она толще. Какое дерево. А что это за дерево, скажет? Да это метла. Обыкновенная. Видишь, надкалывает ее. Вот сейчас посмотрим, как отвернет он. Это уже научился. Видишь, сколько. Что-то маленько не пошло, так, решил подвернуть. Так. Ну тут думать-то некогда будет о женитьбе. Все, кажется, отрывается. Все, оторвал. Вот у него аппетит будет хороший, говорит. Знаешь как? Вот мужики. Каких мужиков лишили женщины? 11 миллионов женщин, которые никогда замуж не выходили. Да их тут, я не знаю, миллионов-то 30 разведенных, наверное. Потеряли все. Ну... Глянем на голубков, что они тут делают, а? Так они вон у меня где еще. На той стороне-то сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Это там они. Что они там находят, что-то копаются. Я их и не видел там. Это молодежь, вот он стоит. Ты ж какой, на ногах-то у него какие шпоры. О, топчется. Утро раннее, свет падает сюда, воркует. Вот тоже какой-то. О, штанишки-то распустил по полу. О, стращает. Вот пошли туда. Это тренируется молодежь. Утренняя гимнастика еще вытворяет.
О, оглянулся, молоденький. Вот они все. Там вверху свое такое вещи. А тот один бурщит сидит. Такой интересный голубь. Там мне Кошкин подарил, Борис Владимирович из Барнаула. Зоб-то как надувает. Такая порода пестрая, не просто так. А это вот такой, голова-то у него какая коричневая. Сама-то порода другая. Вот они. Ну все на сегодня. Вон они наверху как любят сидеть. Там видно на разных уровнях. Вот он к гнезду подбирается. Все, на сегодня. Пока. Надо воды наливать.